Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с канцелярскими товарами известной фирмы Mitsubishi, подразделение Uni. А более конкретно, в прошлый раз продемонстрировал различные цвета карандаша Куратога стандарт для начальных классов и для детских садов, предназначенных для детей. Почему были взяты такие разные цвета? Потому что у данной фирмы существует поставка грифелей цветных, причем толщиной только на 5 мм. Всего поставляется 7 цветов. Это красный, желтый, зеленый, светло-синий, темно-синий, фиолетовый и розовый. Вот эти 7 цветов поставляются отдельно. Но если вы не хотите сразу же приобретать все сразу. Кстати, количество грифелей каждого цвета — это 20 штук. То существует так называемый пробник, в котором включено все эти цвета. Тоже 20 штук. Здесь по 3 грифеля одного цвета и один цвет остался без одного грифеля, чтобы получить в сумме 20. Если правильно все умножать, складывать и тому подобное. Итак, что из себя представляет этот пробничек с разноцветными цветами? Мог представлен вашему вниманию. Справа, кстати, есть карандаши, о которых отдельно есть видео, и все желающие могут ознакомиться. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Так, давайте смотрим, что находится внутри. Все пришло также в консолидированном пакете. Вот такие вот грифели. У них стандартный бокс. Также я демонстрировал или продемонстрирую уже позже. Nano Dia есть грифель, есть графитовые черные цвета. И есть вот цветные. Причем они стираемые. Но единственное, толщиной 0,5 мм. И среди вот этих вот грифелей цветных из 7 вариантов есть пробник. Чтобы вам попробовать, тоже произведено все в Японии. Made in Japan написано. Продемонстрировано, какие цвета здесь присутствуют. Класс твердости где-то средний. Здесь скрывается и открывается, и достаете, и вставляете грифель, карандаш. Тем самым нет необходимости затачивать данные грифели, тратить время дополнительно на точилку. Кстати, сейчас я продемонстрирую, проверим, соответствуют ли данные грифели японскому производству. Ну, как обычная проверка по штрих-коду в стандартных программах, которые поставляются либо в Play Market Google, либо в маркете яблочников. Сами карандаши приспособлены, чтобы у них грифель вращался внутри этого карандаша, тем самым линия остается постоянной при истирании самого грифеля. Поэтому все желающие могут попробовать, пишутся они достаточно хорошо и нормально. В случае, если вам понравилось, то можно и приобретать тогда уже полностью все 7 цветов и приобретать то количество карандашей, которое вам необходимо для этих цветов. Ну а ввиду того, что всего 6 цветов, вот мне тут вместо черного должен бы прийти оранжевый, но пришло 2 черных. Черный, розовый, серебристый, фиолетовый, зеленый и оранжевый. Как раз под эти цвета можно дополнительно приобрести еще один для другого цвета. Чтобы было удобно использовать, ставили и забыли, чтобы постоянно не выдергивать. Когда вы будете выдергивать, соответственно, будут грифели ломаться. Все зависит от ваших рук, пальцев и тому подобное.
Итак, я вам продемонстрировал вариант цветных грифелей фирмы Mitsubishi подразделения Uni, а именно Nano Dia, в частности пробничает для того, чтобы попробовать и войти в мир цветов при помощи карандаша Kuratoga. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию, как всегда, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео. И до свидания.